Так представила, що я в залі і тепер не знаю, як себе поводитися. Хочу трохи з вами сьогодні. Коли, скажімо, я читаю якісь лекції або тренінги, то я кажу, розповідаю про маркетинг, скажімо, з фаховими якісь термінами, більш там глибоко і так далі, і тому подібне. Але я не знаю сьогодні, хто тут є, і тому я вирішила сьогоднішню презентацію побудувати трохи інакше. Зробити її на прикладі невеличких кейсів. А так як у нас, ми розмовляли, коли готувалися до цього дня, і говорили, що сьогодні у нас жіночий день, то кейс будуть жіночі. Погнали. Трохи про мене. Я трохи додам, якщо... Ой, забула, пробачте. Я працюю десь 20 років в маркетинг, трохи більше. Працюю в медіа, працювала в медіа. Зараз я дійсно 3 роки займаюся консалтингом більше, ніж, скажімо так, роботою в якихось компаніях. Дуже провела багато івентів, дуже рекламних кампаній, виростила декілька фахівців, навіть зробила один авторський курс стратегічного маркетингу для фешн-індустрії. Чому тут? Справа у тому, що вийшло так, що в 2014 році я попала в одну ініціативу, яка була дуже сильно пов'язана з культурою. І не тільки з культурою, а взагалі з такими людьми, які там замислилися про цінності України і так далі, тому подібне. І там була така людина, як Влад Троїцький. Хто знає Влада Троїцького, чи чув це прізвище? Ага, зрозуміла, дякую. Трохи про нього потім скажу. І ось Влад, можна сказати, мене в це втягнув, тому що коли там я приходила до нього за питаннями, він задавав мені якісь запитання. І тому якийсь час просто вийшло так, що я стала допомагати Google Fest'у, потім з'явився букіт Київ Стейдж, який почнеться завтра, і я про нього розкажу, і ще декілька фестивалів. Потім ми проводили всеукраїнське дослідження театрів, я про нього також скажу трохи інше, ну, трохи пізніше. І розповім про один кейс, який також дуже люблю, називається «Щелкунчик, Старанова казка». Ось, ой. Що таке культура взагалі для вас? Що з цього є культура? Хтось може сказати, що культура, що ні? Що з цього немає культури? Ну, щось ви таке не знаю. Мабуть, загубилися? Чи розгубилися? Все правильно. Все правильно. Так, 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 так. Все це культура. Це і, скажімо, все це культура є. І коли ми, скажімо, маємо цей майскульт, ми взагалі собі не задаємо питання, як вони заробляють гроші. Правильно ж? Ми розуміємо, що культура заробляє гроші. Так ось, вся культура може заробляти гроші. Насправді. Але ж не вся культура це робить. І чому? У нас, на жаль, в суспільстві є такі, скажімо, стереотипи, які я дуже-дуже не люблю. Якщо ти, наприклад, як глядач, ти кажеш, фу, культура – це нафталінова скука, ну, тому що це вишиванки, і ще щось, яка така штука. Ну, вся штука містечкова, да, там гапак, шаши, там, не знаю, хахли. Пробачте, 95-й квартал також містечковість якась. І це то, що кажуть, на хліб не намажеш. Да? Це взагалі мене дуже дратує, тому що якщо казати взагалі про культуру, це є безпека країни. Якщо ти не маєш культури, ти не маєш нації, і будь-хто просто може прийти і забрати тебе до себе. Ну, серйозно. Ну, така штука. Я думаю, що навчатися, бо до культури ставлення трохи змінюється. Не так швидко і хочеться, але змінюється. Коли ти спілкуєшся з тими, хто працює в культурі, дуже часто вони кажуть, дайте денег, тоді розвернусь. Це самий розпространений ответ, який ти слышиш. Так не працює. Второй ответ. Так кто придет в эти театры, музеи, то есть извините, то есть это уже старая аудитория, которая никуда ходить не хочет. Это неправда. Когда мы проводили дослідження театральную справу, то выявилось такие речи, которые меня просто вразило. По-перше, десь 20% аудитории – это 25-45 років. Це та активна аудиторія, яка витрачає активно кошти, і вона відвідує всі культурні заходи, які є. Це і Atlas Weekend, це поп-культура, це, я не знаю, це там театр, музеї, балет і так далі, тому подібне. Це активна аудиторія, яка має гроші, і вона хоче розвиватися. Чому ходить, наприклад, в Києві в театри? Ви знаєте чому? Жодного разу не вгадаєте. Це не розвага, це саморозвиток. Наприклад, 30% десь так людей вважають.
Є, коли також спілкуюся інколи з діячами культури, вони кажуть, що ніхто не дасть пробитися молодим. Неправда. Пробиваются еще и как. В данной презентации, может быть, я это не отразила сейчас, но у меня были такие кейсы, точнее, есть такие кейсы, ну, в моей практике, в моей жизни. И госучреждения умеют меняться, это тоже да. Самые наглядные кейсы, это Иван Козленко, который был вчера, по-моему, да, был в Ване. Слава Жила, о котором я немножко упомяну. Это театр, актер муниципальный, который стал сейчас даже, по-моему, государственным, то есть он повысился в статусе. Поэтому все может изменяться. Да, спасибо большое. Мифы геть. Культура может. Что может культура? И что могут люди, которые двигают культуру? Культура может стимулировать локальный туризм. Почему? Вот то, что у вас сегодня происходит в Запорожье, я понимаю, что это первый шаг. Следующий шаг, который будет в следующем году, привлечет сюда намного больше людей. Приедет наверняка Днепропетровск, здесь 1 час на машине, это вообще ни о чем. И могут приехать люди из других городов. Это Наталья Заболотная. Кто слышал про Наталью Заболотную? Понятно. Давайте тогда в 2 словах расскажу. Наталья Заболотная – это человек-визионер. И я, честно говоря, сначала, когда писала, я написала «визионер». Нет, потом решила, что не буду это делать. Она подняла «Арсенал», она подняла «Украинский дом», что только она не подняла. Это человек, который первый инициировал изменения в законодательстве в Украине о том, чтобы часть, ну, условно говоря, вот то, что мы сейчас имеем, Украинский культурный фонд, который помогает очень сильно украинским проектам. Наталья одна из первых, кто говорила о том, что такая институция необходима. Она разрабатывала закон, прошел другой закон, но какая разница? То есть она была одна из тех людей, которые эту тему толкала. И она очень любит Канев, она сама из Черкас. Когда она приезжает в Канев, а Канев, чтобы вы понимали, там отличный музей, там красота неописуемая, но в принципе это все посещается очень-очень грустно. Она сказала: ребята, мы сюда приведем туристов. Каким образом? Она решила организовать форум «Ukrainian ID». И она решает несколько задач одновременно. В этом году, скажу честно, форум не прошел, он проходил 2 раза, но в этом году коронакризис, который, ну, как раз попало вот в этапы подготовки, и было понятно, что офлайн провести его не удастся, онлайн проводить его смысла нет, потому что не привезешь людей в Канев. Вот, и поэтому было желание достроить местный Шевченковский культурный центр. На него немножко собрали деньги, еще будут собирать деньги. Там абсолютно роскошный Шевченковский культурный центр. Не дострой. Там построено где-то 80%, 20% осталось закончить. Мы там были, кстати, проводили концерт, все сидели в таких чудных шапочках строительных, чтобы по голове ничего не ударило. Но зал просто великолепный. Для такого города небольшого просто великолепный зал. Так вот, после того, как там провели первый форум, поток туристов вырос где-то на 20% и отремонтировали автовокзал. Почему произошел такой успех? Я же маркетинг, правильно? У них была очень классная миссия «Возрождение Канева». Наталья собрала команду, это профессионалов из различных сфер. Ну, в том числе я там была, я занималась маркетингом, но именно фестиваля, потому что одновременно с форумом проходил фестиваль «Шева-фест». Это очень интересный продукт, туда привезли очень много интересных спикеров, ну реально именитых спикеров с разных стран мира. Это большая интеллектуальная составляющая, это очень красивая культурная программа. Туда приехали, не знаю, казаки, ретромобили, приехала пенсия, и на Франковска пенсию надо показывать отдельно, потому что петь они не умеют, но они зажигают всех вокруг так, что все начинают просто бегать, крутиться за ними, там ложиться на пол, но это просто в этом надо участвовать, в этом безумии. И это очень красиво. Они еще сделали премию «Ukrainian ID», которая в первый год, не помню, кому вручалась, второй раз, по-моему, вручалась Сенцову. Или первый год вручала Сенцову. Да, и в первый же год они в Канев привезли «Продиджи». Ну так, ну совсем. Чтобы вы понимали, это частная инициатива одного человека, который своей идеей увлек большое количество людей, вовлек внутрь вот этого вихря. И я не имею, наверное, права называть, сколько там денег потратили, хотя Наталья в интервью называла, но поверьте, что это, мягко говоря, не 1 сотня тысяч гривен.
Это намного больше. Что может сделать культура еще? Культура может создать очередь на классику. Ну, скажите, у вас стоит очередь где-нибудь в какие-нибудь театры? Нет, классические там? Супер. Да? Очень здорово. Я знаю очень неприятно, что делает, В Днепре это то, что происходит, это просто очень здорово. Скажите, кто знает фамилию Терещенко? Никто не знает. Вот я киевлян вижу, да. Вот. Я просто думала, что Терещенко уже знают все, то есть Терещенко, Ханенки и так далее и тому подобное. Это те люди, которые сделали культуру Украины на стыке, скажем, 19 столетия и 20 столетия. Вот те Терещенки, вот те Ханенки. А кто знает фамилию Уткин или Буданская? Я не сомневалась. Да вот. Хорошо, кто знает, к примеру, там Алексея Когана? Уже больше. Отлично. Кто знает Влада Троицкого и Гогольфест? Отлично, еще больше. Так вот, Евгений Уткин и Ирина Буданская – это те люди, которые помогли всему этому состояться. Они очень долгие годы вкладывают, инвестируют свои заработанные личные средства в том, чтобы в Украине развивалась культура. Евгений называл суммы в своих интервью, это, извините, это несколько миллионов долларов. Ну, причем не один и не два, понятно, что не за один год, а за долгие годы. И, в принципе, зачем они это делают? Евгений вообще просит себя никогда не называть, к примеру, меценатом. Он всегда говорит: «Я киевлянин». Они очень любят Киев, и они развивают Киев как могут, культурную жизнь Киева. И душой, в принципе, всего этого развития является вот Ирина, которая вот эта фотография сверху, три года уже назад, я просто заставила ее сфотографироваться и сказала: «Ира, а мне нечем иллюстрировать ни одно интервью с вами. Ну вот просто нечем, нет фотографии. Можно, вот тут стоит фотограф, он у вас делает эту фотографию на фоне Золотых ворот». Что они сделали? Они создали такой букет «Киевстейдж». Это фестиваль. Сейчас я покажу немножечко фотографий с него, потом вернусь назад. Это фестиваль, который проходит в Золотых воротах, представляете, да? И София Киевская. Строится вот такая круглая сцена, которая вот таким бриллиантом горит вечером. И там в течение дня происходят всевозможные концерты. Это классическая музыка, джазовая музыка, это альтернативная музыка, это... Не знаю, это мастер-классы для детей, это даха-браха и так далее и тому подобное. То есть это просто такой потрясающий взрыв энергии, который происходит в Киеве, что это невозможно передать. Это классическая музыка, вообще играют пианисты и так далее и тому подобное. Вот я сейчас хочу здесь включить немножко видео, чтобы вы просто, если оно сейчас включится, чтобы вы уловили дух. А музыки нет? Музыка была. Здесь просто еще очень важна музыка, почему она не классика. Да, во время букета происходит еще общение с интеллектуальной элитой Украины. Это Виктория Полевая, это Забушка, это Саша Кольцова, та, которая Крихитка, это, не знаю, там, Ульяна Супрун. То есть это люди абсолютно разные, и ведутся с ними философские беседы. Ну вот... Понятно, да? То есть стиль букета, наверное, немножечко понятно. Вот сейчас еще хочу, может быть, немножечко будет показан. Да, все визуальные эффекты, которые делались для букета, это делались компания Black Box, которая делает самые потрясающие, вот они идут, они делают самые потрясающие визуальные эффекты, и их, извините, это штучный товар, их нанимают делать работы в Сингапур, в Америку и так далее и тому подобное. Это украинская компания, которая это делает. Так, я перешлю назад, просто немножечко, ну, чтобы не все показывать. Почему состоялся этот фестиваль и как вообще этот фестиваль зародился? На самом деле, очень история тоже интересная. Я не помню, что мы праздновали, естественно, у Влада Троицкого. Вот. И вышла такая история, что, говорят, через месяц у нас будет потрясающий фестиваль классической музыки. «Оксана, ты не хочешь взяться? У них нет маркетолога». Я говорю: «Конечно, да, но месяц – это как-то маловато». Но у нас уже не было альтернативы, и, в принципе, мы за это,
ну, точнее, как, я очень хотела, и поэтому я готова была не есть, не спать, как говорила Ирма, да, там, в это время ты готов вообще ничего не делать. Но вписаться в эти сроки и выпустить. За этот месяц мы сделали позиционирование, потому что оно было недоработано. Мы сделали всю идентику фестиваля, то есть логотип, картинки, то есть все-все-все абсолютно сделали. Рассказали об этом медиа, пригласили людей. Почему? Миссия, в принципе, была вписать Киев и Украину в контекст мировой культуры. Вы знаете, что оказывается о том, что не все страны мира, к примеру, имеют вот эту высокую музыку, да, та, которая... классическая. Не во всех странах мира есть люди, которые пишут классическую музыку, а в Украине есть, а мы этим не гордимся. Команда, которая работала с фестивалем, это практически вся команда мастер-класса, это те, которых собрала Ирина Буданская. Это девочки там, не знаю, там 30-35 лет и 25 лет, то есть это очень молодые девочки. Продукт, ну, я вам показала кусочек видео, фотографии, это просто очень здорово. И в первом фестивале выступали в том числе очень громкие имена, такие как Елена Белкина приезжала, господи, хотела быстро сказать и забыла. Ну, скажем, это Барышевский играл на фортепиано. Ну, то есть, в принципе, это было очень здорово. И, естественно, что вот эти все вещи, почему я говорю, почему я их подчеркиваю? Потому что очень важные вещи для любого культурного события. Если их у вас нет, то чаще всего вы проиграете. Где деньги? Вот в данной ситуации, если в ситуации с фестивалем Натальи Заболотной это были привлечены спонсорские деньги и продажи билетов, то здесь в этой всей ситуации это, конечно, в основном личные средства семьи Уткиных-Буданских. Первый год они сделали это все за свои деньги вообще. Вход на фестиваль бесплатный для киевлян и гостей города. В следующие годы уже привлекались это спонсоры, посольства, Украинский культурный фонд немножко их поддержал. Но в этом году и поддержала сугубо с точки зрения вот этой оплаты, скажем, заработной платы. И это гранты других фондов. То есть, в принципе, источники финансирования у всех плюс-минус одинаковые. Просто надо уметь с ними правильно разговаривать и правильно брать у них деньги. Это то, что я говорила. Алена Матвиенко – это человек, который просто любит балет. У нее есть, правда, брат Денис Матвиенко, который является, наверное, самым титулованным украинским, как это сказать, актером балета, вот, потому что у него имеет самая потрясающая премия, но работает он, естественно, не в Украине. Но это даже дело не в этом. У Алены есть просто миссия. Балет должен быть актуальным. Это не должен быть нафталином. Эта миссия позволила Алене добиться 7 лет аншлагов на спектакле центра, который она организовывает. Значит, балет «Великий Гэтсби» наверняка знают все, да? Слышали? Это то, что делала Алена. В какой-то момент просто они пришли вместе со своей командой, пришли к Валерию Меладзе и сказали, а напишите-ка нам, пожалуйста, музыку к балету. А мы позовем еще американского хореографа Дуайта Родена, и он нам его поставит. Ну вот просто так, да, вот как вы думаете, легко ли сбываются такие мечты? Легко сбываются, если ты имеешь, это про щелкунчик, если ты имеешь, сейчас покажу, как мы его делали, если ты имеешь несколько вещей, миссию сделать балет актуальным, если ты имеешь хорошую команду, если ты имеешь хорошее промо, если ты готов продавать. Билеты на балет, те, которые продюсирует Алена, она не является хореографом, она чисто продюсер. Самые дорогие балеты стоят где-то 2500 гривен, они улетают на ура. Самые дешевые билеты стоят, наверное, около 200 гривен, но это, ну, такие, скажем, социальные билеты, потому что мы хотим, чтобы хорошим балетом занимались абсолютно все. В этом году Алена поставила вот «Щелкунчик», ну, как не поставила, а продюсировала, потому что ставил Виктор Ищук, это премьер нашей оперы, и очень много артистов балета танцевало именно с оперы в этом балете. Почему? Потому что они мечтают станцевать такой балет классический, который они не могут станцевать в опере. То есть Алена просто реализует мечты людей, те, которые... А вот как оно готовилось. Вот вы можете поверить, что вот здесь вот это сейчас ходит. Извините, два премьера нашего
скажем, оперного балета, да, там театр оперы и балета. И вот они вот в этом всем занимаются тем, что готовят декорации. И вот такие промо-ролики, в том числе, мы запускали в самом начале балета. Есть еще одна женщина, которая, наверняка, вы про нее не слышали. Это Татьяна Калиниченко. Кто-то слышал о ней или нет? Рассказываю. Это человек, который дирижер. Женщина-дирижер – это вообще, честно говоря, очень большая редкость. Татьяна руководит оркестром New Era Orchestra. Вот это одна из причин, из-за которых я иногда торможу и не могу что-то выговорить, путаю слова. Вот. И Татьяна, она в принципе очень всегда хочет сюда привезти каких-то серьезных мировых звезд. Она сюда привозила Джошуа Белла, она привозила сюда Сару Чанг. Она, каким образом она их уговаривает, отлавливает, убеждает, кроме как своей харизмой, качеством оркестра и увлекает Украиной, но она это делает. То есть, чтобы вы понимали, концерты и вообще гастроли таких звезд, они расписаны за год вперед. И попасть к ним, чтобы, в принципе, к ним пришли, это очень сложно. Но Татьяна хочет, чтобы Украина была, опять-таки, полноценно пристраивана к культурной индустрии мира целиком. Она хочет расширять культурные связи, она предлагает очень классный продукт, то есть это реально очень хорошего качества. Ее оркестр — это неизвестные часто миру композиторы, но которых интересно открывать. И это известные световые звезды. У нее всегда очень эмоционально, всегда очень театрально, красиво театрально, да, хотя это просто вроде бы играет оркестр. Где берет деньги Татьяна? Это спонсоры, меценаты, билеты, посольства. То есть вроде как не называю никаких каналов, скажем, неожиданных. Алена Матвиенко, там почему-то кадры пролистнулся, но Алена зарабатывает на продаже билетов и, естественно, на спонсорстве. То есть деньги есть, и это эти вещи, которые окупаемы. Ну это, в принципе, видите, вот какие красивые картинки получаются. И я просто хочу вам показать качество артистов, которые приезжают играть с Татьяной. Это перкуссионист из Австрии, и он просто взорвал мой мозг. Слышите, какая музыка, да? А теперь посмотрите на экспрессию, которая возникает в процессе игры. То есть такого не ожидаешь, по большому счету, когда приходишь на концерт симфонической музыки. Что общего? Вы что-то увидели общее среди всех этих четырех кейсов или не очень? Женщины, да. Что еще? Женщина специально подобрала. У меня мужчины здесь тоже были, я их вычеркнула. Да, да. Цель, которую они добиваются. Смотрите, всегда в таких ситуациях есть обычно лидер. Лидер — это не обязательно может быть один человек, это может быть команда лидеров. Но в данной ситуации, просто так как я подбирала женщин, то действительно здесь лидеры, именно лидеры, как отдельная единица. Это всегда какая-то большая страсть, какая-то большая цель, какое-то большое желание. Да? Это всегда фантазия. Когда-то Наталья Заболотная, когда только организовывали книжный арсенал, она своей команде сказала: «А привезите, пожалуйста, я очень хочу, чтобы у нас здесь выступил Нобелевский лауреат». Я сказала: «Наташа, какой Нобелевский лауреат?» И в следующем году они привезли к себе Алексеевич. Поэтому мечтать это надо, фантазировать надо, и делать какие-то штуки просто необходимо. Это честность, открытость и искренность. Это те три качества, под которые под лидера соберется команда тех людей, которые смогут реализовать самые безумные идеи. Если говорить о проекте, это должна быть реально очень сильная, крутая идея. Если у вас эта крутая идея нет, скорее всего, за вами просто не пойдут люди. Очень часто, когда мы говорим о маркетинге, почему я сейчас к этому возвращаюсь, мы всегда считаем, что это только продвижение. Господа, это не совсем так. Это всегда 4 P. Это продукт,
Это продвижение, это место, где вы делаете, это цена, по которой вы продаете. И сейчас добавилось пятое пи. Это люди, с которыми вы делаете этот продукт. Если вот эти пять штук у вас, пять пунктов у вас не работают, вы не сможете абсолютно ничего сделать с вашим продуктом. Вы должны сделать крутой продукт, вы должны делать коллаборации. Сейчас мир построен именно на коллаборациях. Не замыкайте в своих рамках, зовите кого-то из соседнего, не знаю, там, соседней сферы. Можете вообще звать не соседнюю сферу. Можете просто позвать какую-то, извините, провести мероприятие на каком-то заводе, и это тоже будет коллаборация. Это тоже, кстати, для Запорожья очень актуально. Я бы с большим удовольствием пошла на какой-то концерт, который проводится у вас в каком-нибудь металлургическом цеху. И это правильно и сильно выстроенные коммуникации, которые, по большому счету, надо не бояться делать, и надо не бояться делать их, знаете, какими, ну, назовем словом, провокационными, назовем словом, нестандартными, те, которые, в принципе, вызывают какие-то эмоции. Без эмоций вы ничего не сделаете. И естественно, что вам просто нужен профессиональный менеджмент. Без менеджмента вам никуда не деться, потому что культура — это строится точно так же, ну, по тем же условиям, по каким строится любой бизнес. То есть если у вас не будет профессионального менеджмента, отличной команды, отличной рекламы, системности, и вы не будете понимать, откуда вы будете брать деньги, на чем вы будете зарабатывать, чтобы хотя бы выйти в ноль, ваш продукт не сработает. Источники заработка, по большому счету, я там немножечко называла, я еще раз их могу повторить. Это продажа билетов, это продажа спонсорства, это меценатство, то есть это люди, которые просто вам дают деньги. Это посольства, которые могут проспонсировать тех, кого вы хотите привести, если они там, допустим, ну, из той страны. Это всевозможные украинские фонды культурные, которые есть, и не украинские фонды культурные есть. И туда вы можете обращаться за деньгами, и они могут вам их дать. Я считаю, что вот то, что происходит здесь, это большая заявка на успех. Почему? Потому что здесь совпадает все. Здесь есть классная идея, здесь есть классные локации, здесь есть классная команда, здесь просто дуренная визуализация, от которой я, ну, не знаю, в восторге. Здесь очень классные спикеры, здесь есть Хортица, господа, и проспект Соборности, который был проспектом Ленина. Это первое, что я спросила, скажите, как он сейчас называется, потому что это, ну, реально, это, ну, это очень интересная вещь. Поэтому культура — это драйв, это для всех возрастов, это экономический рост страны в целом, потому что, ну, деньги, вложенные в культуру, они, извините, отбиваются в два раза. Потому что приезжает, растет инфраструктура, приезжают люди, они привозят деньги, да, то есть, в принципе, это такой магнит, который притягивает остальных. Это клей для страны, с этим все понятно, и это, извините, господа, качество жизни. Потому что чем интереснее ты живешь, тем больше тебе хочется жить, и тем более ты имеешь ресурс, чтобы возобновляться и очень хорошо потом работать. Про мужчин просто пролистаю, они есть. Это Слава актер, Слава Жила, мой любимый актер, о котором я говорила, театр-актер, который за 2,5 года увеличил доход муниципального театра в 3 раза. Это мой любимый Александр Ройбурт. Кстати, он работает не один, у него есть женщина-помощница, который за 1,5 года, я специально пересчитала, ну, в смысле, эти цифры я посчитала, потому что они давали их... ну, как сказать, в миллионах, а я посчитала в разах, они в 2,5 раза за 1,5 года увеличили продажи. И поступление от меценатства, видите, да, в 79 раз. На жаль, Олександр Ройбу до нас не доїхав, хоча обіцяв, да, ми да, його да, анонсували. Да. Он би зараз ще скорректував мої цифри, тому що да. Вони вже устаревшие чуть-чуть. Так, так, так. Ну, і це розрушитель устоїв Влад Троїцький. Це не єдинственні люди, це просто ті люди, які вот я сюди вот просто почему-то взяла і вставила. Вот. Это те люди, которые делают, двигают нашу культуру, и их достаточно много. Здесь нет, я не называла Александра Ковальта, которая проводит Львовский форум. Да, и она просто потрясающая, потому что это человек, который двигает чтение в Украине. Вы представляете, как это сложность или нет, когда все читают интернет и короткие тексты. Вот. Но она это делает и очень успешно. Но поэтому вот так. Тобто, хто хоче, той робить. Хто хоче, той хто делает. Хто не хоче, той шукає причини. Хто хоче, той делает. Хотеть, значить, мочь. Поэтому я это просто процитировала. Ну, ми
тільки хочемо поаплодувати такій думці, надзвичайно цікавій презентації, яка дійсно спонукає робити, творити, розвиватися і доносити культуру якомога більш широкому загалу. Дякуємо вам. Дякую. Ми без